Каждый день они обеспечивают безопасность тысяч пассажиров на вокзалах, в речных и воздушных портах. Речь о сотрудниках транспортной полиции. В этом году органам внутренних дел на транспорте 100 лет. Немного истории. Транспортная полиция создавалась специально для охраны железнодорожных путей и вокзалов. Но система груза и пассажироперевозок постоянно совершенствовалась. И с годами функции ведомства значительно расширились. Современные масштабы работы огромны. Это отмечено и в приветственном письме главы региона Михаила Игнатьева. Несмотря на возникновение новых угроз общественной безопасности и возросшую сложность вашей работы, показатели раскрываемости преступлений на транспорте остаются стабильно высокими. Сотрудники ведомства успешно справляются с задачами по пресечению фактов незаконного оборота наркотиков, эффективно ведут работу по противодействию терроризму. По статистике, дорожно-транспортные преступления составляют 20% от всех правонарушений в нашей стране. В основном в этом перечне безбилетный проезд, нарушение правил провоза багажа, пожарной безопасности и несоблюдение правил поведения в общественных местах. В транспортной полиции работают настоящие профессионалы, которые знают, как обеспечить правопорядок. Ветераны службы и лучшие сотрудники управления получили благодарности. Старший редактор национального радио Родион Архипов был отмечен за многолетний и добросовестный труд в освещении деятельности правоохранительных органов республики.